Боже, Святий Крест, Святий Смерть, помилуй нас, Святий Боже, Святий Крест, Святий Смерть, помилуй нас, Святий Боже, Святий Крест, Святий Смерть, помилуй нас, слава Отцу и Святой Стому, Святий Крест, Святий Крест, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети, исцели немощи наши, и имей друг ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Святой Стому, Духу и Ныне, Пресвятой, во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле хлеб наш насущный, дашь нам есть. И устави нам долги наши, и тоже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Творец, Царь, Спаси, Слава, Царь, Святой, 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 Господи, не оставить стадо своих сродник, своих позлоблений, сущих умалить, все расторы, примирение, к щедрых дару. Ожесточенность сердца умягчи, твоему познанию обрати, мир церкви твоей верным чадом ее подарок. Да единым сердцем и единым усты прославим Тебя, Господи, Спасителя нашего, во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, повелитель, милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Через здравие, спасение, посещение, прощение, оставление грехов рабов Божьих, все где предстоящих, поющих и молящихся, где начальствующих, учащихся, труждающихся и служащих, и заповедавших нам недостойно молитесь о них, и еже проститесь им всякому прегрешению, вольному и невольному, и умножите им лет и живота их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышите Господу Богу глаз моления нас, грешных, и помилуйте нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слушай, мы, Боже, Спасителю нашу, помание всех конце земли, сущих, моли, далече. И милостью, милостью будет, Владыка, у всех наших, и помилуй нас. Милостью будет человека, любит Бога и Святителя. Славу воссылает под Своим Сыном и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога, живаго Ты порекался пред чистыми пусты Твоими, яко без изменений Божие Те творить, а не число же, Господи мой, Господи, вера в Его души моим и сердце Тобой величавлен, преподай Твою благость. Помози нам грешным делами нас, начинаем от Тебе самом совершить, и во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Славу Тебе, Христе Божие, упование наше, славу Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На высоком преосвященнейшем Владыко Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвою пречистой своей Матери всех святых, помилуй Тебе, спаси нас. Чем больше придет на одну встречу, там, принести, показать всем это, штука целая, новые книги. Так, а где, давайте сюда, сейчас. Так. И да, Тихонович, здесь, здесь. Ага, ну, где-то, ну, здесь. Раз, два, минус, шесть. Это что? Это уже, если будет что-то интересное. Это что? Там? За киот. Да? Да. Я тоже пошел на пару. Это все Костя. Это надо его пробовать. Так, ну вот. Вот, у нас, смотрите. Знаете, Тихонович. Так, знаете, Тихонович? Да, за что? Расскажите, расскажите. Пойдемте. Так, а вы тоже сидите? Это? Нет, это наши, мы тоже это все. Владимир, Стихая, Елена. Пойдем.
сказать сначала, что у нас вышло. К истинному православию оно все запечатано, при вас будем вскрывать. Истинному православию. Таких книг не было никогда. Здесь абсолютно все взято. Отец Анатолий. Давай, брат, вскрывай. Вот это. Ножницы. А вот ножницы у вас. Вот. Стихах. 3000 стихотворений моих, вот они здесь, эпиграф из Библии. Так, подожди. Это Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта и толкование на Апокалипсис. Весь Новый Завет и 319 комментариев. Только что вышли эти, запечатаны. Вот посмотрите, первое вот такое вот. Тут написано вот где, первый том. Когда тяжело, начнете читать, все говорят, сразу настроение меняется. Это мои стихотворения. 3000 стихов проповеди. Любит кто-то нас. Вот это четырехтомник вышел. Вот это четыре, да? Вот они идут. Четыре тома. Так. Вот это одинаково. У вас Клименко не работает еще? Кто такой? Федор. Работает? Да, Владимир Федорович. Это ему подарить, потому что... Так, от Клименко, Владимир Федорович. Вот здесь вот прочитайте предисловие. Вот здесь вот. Так. Ну-ка, прочитайте вслух. Выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, редактору газеты «Алтайский государственный университет» за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Это первый, который помогал. Он у него так. Газета выходит за науку 990 тысяч. А вкладышник сказали, я 25 тысяч. Все заранее покупаю. О крещении, покаяние, о церкви. Угу. Владыка, вы даже еще не только посмотрели. Тут вас, ваши фотографии столько. Так, все. Ага, так, вот она. Вы потеряете, там стоите. Видите? Это не просто газета какая-то. Угу. Узнаете? Давайте все по порядку посмотрим. Посмотрите. Ну. Это просьба никуда вас переводят или что? Никуда, только с вами, чтобы было. Посчитайте, сколько. Ну? Узнаете? Ну, конечно. Так а здесь-то сколько вкладышей-то? Там еще, еще, еще. Так это же очень ценно. Это 6 вкладышей. Это называется вклейки. Это вот четырехтомник такой. А видите, смотрите, я расскажу вам. Смотрите. Вот это красное. Красный человек рождается в крови. Это флаг Российской Федерации. Второе, которое идет, это человек должен думать о небе, рождается знак, который идет. Теперь, дальше, плоды зеленые и великий белый престол. В таком виде полосы флага. Это единственный в мире флаг, который проповедует. Родился, живи для Бога, суд Божий. И вот здесь предисловия, какие вы когда будете читать, ну это все, вообще, это Господь делает только так. Ну видите, сколько найдете здесь. Наши поездки были, где мы же прошли с миссионерской миссией до Владивостока, потом прошли до Португалии, Скандинавии, Прибалтика. 650 библиотек получили от нас полный комплект. До этого у меня 38 томов вышло, и везде подарили. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. Не имея денег. Откуда что берлось, не знаем. Угу. Вот как. А Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта и откровения Андрея Кисаря Каппадокийского, все святые отцы, Геннадий Пас.
написал, которая отдельная. Она здесь вот. Вот это впервые за 2000 лет вышло. Новый Завет, весь с толкованием. Никуда, чтобы от вас не отходил. Посмотрите. И 230 иллюстраций Гюстава Доре. Ну, вот здесь, где можно увидеть. Вот оно. Это наша раскраска. Как оно выглядит-то. 230. И 10 на комментарии из классики. И надписи. Никуда, владыка, чтобы не ушло. Если можете, тогда выпишите мне, без батаки грамоты выписывает. Здесь в библиотеку сразу подарили Шишковку. В Москве мои книги все находятся, центральная называлась Ленина, теперь она так и называется, парламентская и историческая. Три библиотеки. Полный комплект туда ссылаем. А один вот этот вот, Клименко как-то передать. Так, да. А вот это вот ваше. Вот это все что-то, я, вот это вот все вам подарок. Благодарю. Слава Богу. Владыка. Дай Бог здоровья. Вопросы какие будут? Его команде. Он же один. Мы сейчас готовим к изданию шеститомник. Называется «Проповеди во свете Святой Библии». Угу. Мои проповеди, которые были. Каждый том будет 1150 страниц. Работа это огромная просто. Вот это но работа, все да? Приближается к концу. Сделайте, чтобы им было место какое. Ладно, это все. Это никому дарить не буду. Это назначено было для вас. Я всем говорю, что владыка у нас, он не просто владыка, он нам как родной отец. Вот вы сумели так сделать все это? Господи. Приехали, до этого было такое раздрай, нигде не пускали. Это приезжает у нас, служит, встречаемся. Ну что, наша дружба-то выливается во что? Помощи друг другу достичь вечных обителей. Проповеди в стихах никогда не было, нигде. Это 3000 стихотворений, по 9 куплетов каждый. Примеры 80, даже больше, сейчас положено на музыку, в интернете исполняются. Угу. Это только Бог может сделать. Человек, понятно, что никак. И везде, видите, какое изготовление, уже видно. В Америке, когда получили, Сан-Франциско говорит, у нас, говорит, так книги издавать не могут. А это... Рио Новости приехал, фотографировал. Вот где вы гоняете, там все бы. Ленты? Да. Это все. Нам нужны будут новые фотографии здесь. Боже. Вот. В любом месте только откройте, а вы по порядку считайте, и вы поймете, это то, что вам нужно. Угу. Вот человек говорит, у меня такая тоска была, я не знаю, случайно открыл книгу, у меня говорит, куда что сделалось, на таком напряге все это. Вы стихи любите? Да, я... Вот слушайте, я вам одно скажу. Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Оспу островов. Все подгребли, саму тайгу и вьюгу, и расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне, Прибалтики, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, обиды смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников, пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполним веренное нам не Русь святая, а герои веры. В народу понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Это как? Это сильно, сильно. Каждое стихотворение, стихотворение. Это вы... вот некоторые стихи тут больше, это написано в тюрьме. Окончен суд, засчитан приговор, конвой наводит в коридор. Единодушен призван к расстрелу, внезапной дрожи наполняет тело. Я примеряю выстрелы к себе, привязанные к позору на столбе. Последним взглядом небо обвожу, воспоминания подобные ножу, вонзаются в широкие зрачки. О сердце, жизнь, скорее всю прощи. Конвойно у совести года, свидетелей не денешь никуда. Они толпятся, и последний куплеток уже об этом говорит. Какой-то звук, минуты забытье, и у столба лишь жалкое тряпье. Душа уходит в небо синеву, за порванную пулями конву. Только на днях, знаете, с картинами, и все это, ну, пропели, музыку положили, такие специалисты есть. Это вы все стихи найдете здесь.
Спасибо большое. Выражаю. Благословляю, спасибо Христос. Спасибо Христу. Боже вам. Владыка, я очень прошу, чтобы у вас никуда книги эти не делись. Ну как же? Никуда. Же... А куда? Ваша... В Кочегарке. Ваша воля. Сколько там я был? Ваш завет. Да. Дай Бог, что... Вот она идет где. Вы любому покажете, скажите, вы видели проповеди в стихах? Проповедь. Никогда и нигде. Это Бог делает. Так вот. И сколько, говорите, страниц? Вот здесь вот, скажем, 882 страницы в каждом томе. Это я с голубями. У меня голубятня есть. Том третий. Это означает плоды приносить. Зеленые. А последний, белый, четвертый том, это флаг, я влюблен в него. Легко доказываю. Сидят, я вел занятия много лет в органах МВД, городском УВД, краевом. Ни один не может от триколора объяснить, что она означает. Первое, родились все, какой ты веры не будь. Родился человек, дальше, ты должен думать о небе, вот о синее. Синее небо меня там манит. Я знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. А третье – Великий Белый Престол. 20 глава, 11 стих, Откровение. Вот оно, белым. Мне сказали, которые... Мастера считают. Только с третьей попытки считаю, я начинаю до конца проникать, что здесь есть. И вот сколько стихотворений, это я, ну, меня спрашивают иногда, а где вы берете тему? Это в литературном институте меня спрашивал, там Лева Шанин вел. У меня, я говорю, есть красный угол, я в нем. И вот такая вот, мы когда молимся, у меня рядом лежат ручки, белая бумага, и вот так вот строка проплывает. Я ее не вижу, я ее чувствую. Я прямо на молитве сразу раз записал. Когда молитва кончилась, я записываю еще 35 строчек, я могу их не глядя записать. И вот черновики сохранились, ни одной поправки нет в черновиках. Вот Бог какое чудо совершил. Дальше эпиграф, 9 куплетов, 9 во имя Святой Троицы. Есть такое у меня, или спрашивают, говорят, а вы про женщин писали стихи, как Пушкин там, платье, шушит, я писал. А как? Я женщинам всем благодарен их досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, змеей струили щекосы, занозой в них не вошел и нечего то ворошить. И последнее, о том, как вокруг чистые сестры, на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Ну, сильно. Я когда прочитал, я подумал, стихотворение, Лев Ашанин вел, а у меня 4 стихотворения, он говорит, впечатление такое, будто ветер ворвался, говорит, и двери, и форточки все распахнул. Это дорога, я говорю, написаны. Вот Бог берет самое ничтожное, 5 камушков, и горявки вот ногами лежит. Вот здесь Господь так сделал, что я вообще не... А что? Ну, да, в Википедии пишут там писатель, поэт, я ничего себе это не присваиваю. Но когда прочитает, здесь этот Марк Иосифович был, Юдалевич, старейшин. И он когда прочитал, а почему не печатаете? У меня ни одного такого стихотворения нет. Где вы берете? Красный угол, молитва. Я умел отрезать это, сейчас скажу, как это было, 12 ноября 2010 года, сказал, больше не пишу. И все, на этом закончил. Все ушло на прозу. Сейчас мои проповеди готовятся, 6 томов издания. Каждый том по размеру побольше будет. Это люди, которые получают от нас, выписывают. Квиток поступит, тогда им отсылаем. Вы не думайте, что нам это так просто дается. Вот это вот, которое я дал, это 19 тысяч стоит. Это какие типографии, все. Для вас это ничего. А мы... О, смотрите где. Это новые люди, которые обращаются через книги. Они получили, сфотографировались. О. А сейчас у нас готовится, в этих книгах будет, которые проповеди во свете Святой Библии. Очень интересно. От и до. Человек, фотография, который был и когда обратился к Богу. Подряд. Подряд. Там сколько нас, например, уже? Наверное, 70. 70? Ну, пока. Представьте, вот какой он был показан. Там артистка была или кто-то такая. И теперь такая она, вот такая. Господь показал.
Без звука проповедь идет. Что с нами Господь делает? Он преображает человека во всех отношениях. Не так, что сегодня такое, завтра такое. Нет. Я сегодня читал Симеона Нового Богослова. Еще я маленько отойду в сторону. В 80-е годы я насчитал примерно 50 томов. Это Библия, 12 томов Златоуста, 12 томов «Жития святых Дмитрия Ростовского», 5 томов «Добротолюбия». Ну, вот это вот столько. Ну, работа шла, но, когда вы отсюда посмотрите, но когда начинаешь считать Семёна Нового Богослова или Исаака Сирина, больше, чем на полчаса меня не хватает. С медом воды выпил, днем никогда не сплю, а тут даже лечь придется. Такая глубина, что будто бы ты... Это архиепископ Василий Женевский говорит, Феофан Затворник, он знаток языка греческого, и когда стал переводить его, вдруг остановился. Переводить нельзя его на русский язык. Почему? Все поймут, что мы неверующие. Испугал. Я говорю не о ком-то. Исаак Сирин и Семен Новый Богослов. Это два пары. Его, когда начинаешь считать, ну, заново надо просто. Если не было духовного рождения, ты хоть что тут делай, хоть папой римский будь. Да, это уже оглавление, идут оглавления, оглавления, тут какая работа. Одному никогда это не сделать. Я эти дни все названивал, секретарь нету, нету. А сегодня думаем, как бы не опоздать. А вы предисловие, когда прочитаете каждого тома, вы скажете, таких данных я никогда не имел. Вот, вот здесь, смотрите-ка, чуть-чуть открыть. Вот здесь еще написано. На любую открывайте, вот здесь. Вот это. Это не стихотворение, а вводная часть. Игла. Да. Аббревиатура из моих. Может дать увеличительное стекло? Игнатий Лапкин, имя, полученное при святом крещении. Фамилия наследственного автора Димова отца. Родного отца. Так. Видите как? Это предисловие. Предисловие, вводная часть. Что интересно, патриарх Кирилл сейчас, заметьте как, никогда этого не было. Специальные курсы, Библия, об этом Иларион Алфеев за год. Ну, для нас, конечно, как праздник какой. На таком уровне подняли. Я им всем посылал книги. И вот Андрей Ткачев, который, знаете, да, кое-как ему передали. И берут его на интервью. И книги его, дошли, мои книги стоят у него, и остановилась на этом. И вдруг на завтра он уходит с Библией в руках проповедовать. А до этого сколько говорит, хоть сколько говори, ничего не. Главное, это что 12.48 Евангелия от Иоанна говорит, я не сужу вас, слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, все остальные вопросы отпадают. Это Бог делает. Чтобы в страхе Божьем жили. Я посмотрел здесь фотографии. Какая силища задействована. Если бы все вышли на проповедь, на благовестие, да, мусульманства по мини бы не было. Их организатор в 632 году умыл, Мухаммад. В 632. И ни одного миссионера не послали, только налоги брали. А теперь мы их закукарекали. А уже ничего нет. Это все лежит на монашестве. Самые лучшие силы блокировали. Монах, он должен идти. Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Последние слова перед Вознесением. Забыли это. А вот это, что внешнее, это вот это все временное. Видимое временное, невидимое вечное. С вас будет спрос больше, чем с меня. Я отвечаю за пищу и за сторож. Пищник. Я 40 лет пищи клал по стране. Власть-то мне не давала мне работать. Только мне достали охране того района, где живу. Никогда я не думал, что у меня такое будет, и Господь сделает. И при том меня все кто-то подталкивает. Кто-то, почему не сделаете отдельно? Ну вот, не забудьте только этому Владимиру Федоровичу подать. Обязательно. Он очень хороший человек. Сегодня передали. Ну что, конечно, и мы просим благословения, и чтобы Господь сохранил нас и позволил издать нам проповеди во свете Святой Библии. Дай Бог.
Господи, благослови братья Тихоновича на его спаси Христос. Миссионерские. Можно по ней подойти и поцеловать вас? Можно. Спаси Христос. Это Владыка, как вы приняли, мы больше задерживать не будем. Но все здесь, что я хотел, то сделал. Да. Свободно можно отходить из этого мира. Благодарю. Да. Так что, Игнатий Тихонович, да, это... Так, выходим. Бесценный дар мы принимаем. И благодарим Бога. Да. Вы когда будете брать, вы понимаете, Владыка, что книг таких нету, это она не имеет аналога в мировой литературе. Проповеди в виде стихотворений. Они даются очень легко считать, а понимание через третий раз только считает. Так, вот это да. Нам всем. И библиотеку семинарскую нужно приобрести. Так. Так. Спаси Господи, Игнатий Тихоновичу. Игнатий Тихонович! Ой! Так мы там одевать пошли. Владыка. Как вы видите, у вас здоровье. Понимаете, вас Господь сюда прислал к нам. Какое было до этого гонение, там Максим, знаете, было это все. И все это рассыпалось. Я сколько раз вам говорил. Смотрите, чтобы нас заочно не разлучили. А вы мне показали, стучат рогами, помните? И ругами, ногами и рогами. Они ничего не знают, только разделять и властвовать. А вас-то не на чем, но грехами своими не могут. Собы голосы. Храни вас Господь и здоровье. Он не туда пошел. Здесь, здесь, в этом. Свет с правой стороны, справа. Давай. Подержи, пожалуйста, заснуть. Чего еще заснуть? Пошли, все, пойдем туда. Так, ничего не забыли? Да нет, вроде. До машины дойдем.